Most of you have done some form of contactless therapy. Большинство из вас уже проводили, да? Большую часть контактной терапии. Бесконтактной, простите, терапии. Да? Contentless. 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 Бессодержательная. Бессодержательная, все понятно. Терапия бессодержательная. Yeah? Yes? Да. Okay. There was several questions about anchoring originally, which is interesting to me, is surprising to me a little bit. Изначально было несколько вопросов о якорении, которые для меня интересны, которые меня несколько удивляют. When I watch a lot of the people do NLP, когда я наблюдаю за тем, как большинство людей занимаются NLP, and use techniques or strategies, техниками или же стратегиями, it's always interesting to me because my perception is that most of the time the techniques don't work. Для меня это всегда интересно, потому что мое впечатление складывается, у меня складывается впечатление, что большинство техник не работают. Timelines, six-step reframing, so forth. Временные рамки, шестиступенчатый рефрейминг и так далее. Even a lot of the quote-unquote very famous trainers. Даже у так называемых знаменитых кавычках тренеров. But they produce results. Но они производят результат. Because what they do is a lot of anchoring. Потому что что они при этом делают? Якорение, очень частое якорение. Кто мог бы мне помочь? And I watch people, if you don't mind. Если вы не против. Yeah? So I watch trainers. Я наблюдаю за тренерами. They'll be taking a person through timelines as a demonstration. Которые в качестве демонстрации проводят человека через временную. And when you were five, and when you were three, and when you were. И когда он был пять, когда он был три, и потом у вас было вот такое-то переживание. As the clients like takes a step. И по мере того, как клиент делает шаг, for example, например, становится на эту. Nothing happens. Рамку ничего не происходит. И вы видите, как клиент. You can see the client kind of go like this, and the trainer will look at them and. And when you experience this, и когда ты переживаешь этот новый временной промежуток, and they're looking at them and they're squeezing their shoulders, они смотрят на них, давят им на плечо, using their face as an anchor, и в качестве лица используют якорь, using embedded suggestions, они используют embedded language, встроенные команды, да, yeah, and the client goes and feels the timeline. Клиент делает вот так и чувствует временную рамку. Okay. And then the therapist or the demonstrator or the trainer goes. Потом терапевт или человек, который демонстрирует впечатление, говорит, да, хорошо, хорошо получилось. And each time the person takes a step, nothing happens. По мере того, как клиент делает каждый шаг, ничего не происходит. And I can watch the trainer. Я наблюдаю за тренером. I don't know what they're thinking, but I know what they do. Я не знаю, о чем они думают, но я знаю, что они делают. Use an anchor. Они быстро прибегают к якорю. And an embedded suggestion for what they want to happen. Для того результата, которого хотят добиться. And I watch techniques like that over and over and over again. Снова. Where the results are being produced by the basic skills. Где результаты, люди достигают результата, основываясь на основополагающих навыках. Each step, one by one. Каждый шаг, один за другим. Now, you watch that. Вы наблюдаете за этим. And if you're not paying attention to the anchoring, и если вы не обращаете внимания и не следите за якорением, or the embedded suggestions, или же встроенными командами, you think the timeline is doing something. Вам кажется, что временная рамка на самом деле что-то делает, что-то okay. меняет. And so you stand up or you go to do an exercise and you try to do it. Поэтому вы поднимаетесь или вы идете делать упражнение, или вы пытаетесь это повторить. It kind of works это вроде как работает. Or it works a little bit because. Даже немного работает. Because you all watched it work. Потому что все вы наблюдали за тем, как оно сработало. And so the most of the people in the audience they expect it to work. Поэтому большинство людей, сидящих в аудитории, ожидают, что это сработает. So they make it work. Поэтому они делают так, чтобы оно сработало. When the timeline is actually doing nothing. Тогда, когда сами временные промежутки, на самом деле, ничего не изменяют. Понимаете, о чем я говорю? Техники не делают определенные Techniques вещи. Are a structure or a process техники являются структурой или же процессом. For you to follow, для того, чтобы they give you a form. Вы приобрели форму. They give you a direction. Вы получили направление. But they don't do anything. Но они ничего не делают. You have to do it. Вы должны это сделать. You have to do it with your anchoring. Вы должны сделать это with your вашего якорения. With your embedded suggestions. You have to do it with your response potential. Команд, при помощи вашего потенциального you have ресурса, to do it with your rapport. При помощи вашего рапора. You have to do it with the relationship you have, the connection you have. Вы должны делать это благодаря тем отношениям и той связи, которая у вас NLP существует. NLP is not magic. NLP это не чудо. You don't stand back and вы не просто стоите.
где-то там позади и делаете вот так. And the person goes, oh, it's wonderful, lady. You did it to me. Вот так и говорит, ой, ты сделал это надо мной. And some people get the sense that NLP is like, it's like you have something that comes out of the end of your finger. У вас есть что-то, что там где-то с кончика when вашего point, пальца and it does things. Вы указываете на вещи, и оно происходит. Sorry, that's not it. Извините, но this is communication. Все обстоит не так. Это коммуникация, это отношение, это взаимодействие. Me believing in you, you believing in me. Это я, кто верит в тебя, и ты, кто верит в меня. This is us moving through an experience together. Это мы, кто проходит вместе через переживания. I affect you, you affect me. Я оказываю влияние на тебя, ты оказываешь влияние на меня. And so all of the foundation skills. И поэтому все навыки, все основополагающие навыки. Are the key to everything. Являются ключом ко всему. All the fancy techniques that people learn. Все эти роскошные техники, которые учатся люди, are forms. Являются формами. There are steps you can follow. Они являются теми шагами, to give you an idea of how to move from one place to another. О том, как перейти из одной точки к другой. But they don't do anything. Но они ничего не делают. You understand what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю? Okay, so we have to understand. Поэтому мы должны понять. It is our communication that produces results. Наша ли коммуникация приводит к результату? NLP is a discipline. NLP является дисциплиной, that helps you understand other forms, которая помогает вам понять другие формы. And understand the mechanics of them, the details of them, the structure. Понять их механику, понять их структуру, понять детали. Okay. So that no matter what, для того, чтобы вне зависимости от того, что бы ни происходило перед вами, always depends upon the relationship and the interaction, оно всегда зависело от отношений и взаимодействия. Okay. You can't stand back. Вы не можете сделать шаг назад. Tell a person, okay. И сказать человеку, так, хорошо. Step forward and this is going to happen to you. Сделай шаг вперед, и с тобой произойдет вот это. Because you made a line on the floor and you take a step. Только потому что вы прочертили линию на полу и вы сделали шаг. You know, wow, my God, I'm changed. Боже мой. What a floor. Что за чудный пол. Can I take this floor home? Можно я его с собой заберу? Where else can I step? А где еще я могу наступить? Да. It's not the point. Не в этом суть. Okay, you understand? Понимаете? So what I want you to do this morning, what что I want you to learn about, is I want you to learn how powerful you are. Чтобы вы научились тому, насколько вы сильны. And I want you to learn what interaction means. Что оказывает влияние и чтобы вы знали, что означает взаимодействие. So we're going to do a couple of exercises, and we're going to do them blind. Поэтому мы пройдем парочку упражнений, но blind. No, we're going to do them with some people not knowing what's going to happen before that. Но сделаем это так, что некоторые люди не будут знать об условиях. And you'll probably figure out quickly, but. Возможно, быстренько они это поймут. But I want to do it anyway. Я хочу в любом случае. Because I want you to understand how much you influence. Потому что я хочу, чтобы вы поняли, какое влияние вы оказываете на результаты того, что происходит перед вами. In very subtle ways. Очень хитрыми способами. What NLP does, basically, что в основном делает NLP, is, is try and give you control over or understanding of. Пытается предоставить вам контроль над или же понимание. What are the nuances of the behavior of the best? Что является нюансами в поведении лучших? What is the difference? В чем различие? Between a good communicator and a great communicator. Между хорошим и превосходным коммуникатором. What's the difference? В чем заключается различие? What makes excellence? Что помогает достичь okay. совершенства. And excellence is in the strength of your understanding or skill. И совершенство заключается в силе вашего понимания или вашего навыка. Excellence is in совершенство. This half a step back. Заключается в этой способности сделать полшага назад. От That's excellence. Владельца магазина для Yes, he understood the complex equivalent. Да, он понял комплекс. Yes, he understood that he shouldn't interrupt the communication. Понял, что он не должен прерывать коммуникацию. That's skill. Вот это навык. Excellence. Превосходство. Is that half a step back? Это способность сделать полшага назад. Because nobody does that. Потому что никто этого не делает. Because they don't think of it. Потому что они не задумываются. They don't understand the importance of that distance. Они не понимают важности этого бизнеса. When you walk into that man's distance. Когда вы появляетесь в зоне этого человека. And he sees you. И он вас замечает. He's telling you, that's my boundary. Он заявляет вам, это моя граница. You're inside my boundary now. Ты сейчас находишься в моей зоне. And watch. И наблюдай. And I don't like it. И мне это не нравится. Okay. I'm giving you a small but real negative calibration. I don't Я like it. Я даю вам небольшую, но сильную негативную. What does the great communicator do? Что делает превосходный коммуникатор? They understand they've broke the boundary. Они понимают, что они нарушили границу. So what is excellence?
Что же является превосходством, совершенством? Это способность сделать полшага назад. And what do you see when и you что do вы it? Видите, когда вы это делаете? You see this. Вы видите вот это. Excellence. Превосходство. That's a great communicator. Вот это превосходный коммуникатор. You understand? You understand what I'm getting at? Понимаете, о чем я говорю? It's not knowing the complex equivalent. Это не только знание комплексного эквивалента. Hell, everybody can learn the complex equivalent if you just know what it is. Всякий может выучить комплексный эквивалент, узнать комплексный эквивалент. It's not knowing that the person is visual. Это еще не означает. 7 million people know he's visual. Понимание того, что этот человек визуал. Несколько миллионов людей знают, что он визуал. Those are all normal. Все это естественно, все это нормально для хорошего коммуникатора. Excellence is the little, совершенство – это небольшие особые навыки, которые делают все уникальным. Понимаете, о чем я говорю? Okay, that's excellence. Вот это превосходство. Okay. Вот NLP is a discipline that tries to find those special little things. Которая пытается найти эти особые небольшие вещички. When I watch some of the great trainers in America work. Когда я наблюдал за тем, как работают одни из самых лучших тренеров в Америке. When they're done, when they work. Когда они работают. I want to applaud. Я хочу аплодировать. Right in the middle of their technique. Сразу I want to say, их техники, я хочу сказать. Wow! Look at that anchor. Посмотрите на это явление. That's excellence. Вот это совершенство. Most other people are going. Большинство людей делают так. Ага, go ahead, what's the next step in the technique? Да, давай дальше, какой там следующий шаг в технике? And they miss the beauty of it. They miss the excellence. И они упускают красоту этого, они упускают совершенство. Когда вы наблюдаете за тем, как человек работает. Watch for the magic. Наблюдайте за Watch for those little things. Ищите эти мелочи. That make them different. Которые делают их отличными от других. Okay, so we're going to practice this. Мы попрактикуемся в этом. Special level of excellence together. В этом особом уровне совершенства. Fair enough? Хорошо? Okay. And I want you to, if you don't already, I want you to watch for the little special basic skills. Я хочу, чтобы вы искали, наблюдали особые отличающиеся основополагающие. That's where excellence comes from. Вот оттуда исходит совершенство. I've been lucky. I've had the chance to talk to people to meta-model people that are really good at things. Мне посчастливилось. У меня была возможность наблюдать за мета-людьми, которые по-настоящему преуспели в определенных вещах. A professional American football player. Я говорил с профессиональным американским игроком. A very unique individual. Игроком американский футбол. I don't know if many of you know about American football, but я не знаю, кто из вас знает об американском футболе. This guy is a receiver. Этот парень является что-то вроде нашего вратаря. He's fast, but not faster than most people. Он очень быстрый, но не быстрее, чем большинство людей. He's smaller than most people. Он меньше размером, нежели большинство людей. But the man catches the ball. Но человек ловит Always. Мяч. Всегда. He was one of the greatest receivers ever. Он был тем, кто ловил этот мяч лучше, чем кто-либо когда-либо. And if you watch him play, do you remember Lance Allworth? Yeah. Вы помните Lance Allworth? Yeah. I got to interview him for about 2 hours. Где-то в течение 2 часов мне предоставилось возможность поговорить с ним. Он и я оба из одного города Сан-Диего. Dave knows who he is, so at least I think, right? По крайней мере. Okay. Incredible man. Потрясающий человек. I wanted to find out because I watched him. And I watched him do something that's impossible. Я наблюдал за тем, как он делает то, что в принципе сделать невозможно. He would, you know what it means when a man throws a pass, right? Вы знаете, что это означает, когда человек бросает мяч. And the man's going to catch the ball. И что он собирается его словить? Well, you have to look. Нужно смотреть. To catch the ball. Для того, чтобы словить мяч. Obvious, right? Очевидно, да? Allworth doesn't look. Этот человек не смотрит. How can you catch the ball if you don't look? Как можно словить мяч, когда ты не смотришь? And he catches the ball again and again and again. И он ловит его снова, снова и снова. The man's going to throw the ball from back there. Он собирается бросать мяч оттуда. He's running this way. Он бежит в этом направлении. He turns, he поворачивается, turns. Поворачивается, останавливается. Boom! And he catches the ball. И ловит мяч. I watched him do that again and again and again and again. Я наблюдал всем, как он это делает снова, снова Now, и снова. How do you do that? Как вы это делаете? The ball's in the air, flying. Мяч в воздухе летит. And he's not looking. И он не смотрит. And when the ball gets to him, и когда мяч доходит boom, к нему, catches the ball and runs. Ловит мяч и бежит. You can't do that. It's not physically possible. Вы не сможете это сделать. Физически это невозможно. And I watched him do it again and again and again. И я наблюдал тем, как он это делает снова, снова. Wait a minute. Минуточку. I'm an NLP guy. Я NLP-ер. I know you can't do that. Я знаю, что это сделать невозможно. So I arranged to talk to him. Ну, я договорился о том, чтобы talking to the man.
And he says, говорит, you saw that, you noticed that. Видел, да? He said, that's good, most people don't notice that. Говорит, I said, notice it. Сказал, I said, you can't do it. Этого невозможно сделать. But you did it again and again and again. Снова, снова, снова. And he did some other things that were very interesting. И он делал еще кое-что, he played against some of the best defenders in the world. Он играл против самых лучших защитников в мире. And they were faster than him. И они были быстрее, нежели он. Bigger, stronger, faster. Крупнее, быстрее, сильнее. And they're the best. И они лучше. And they would watch him. Они наблюдают за ним. Come at them. Смотрят, как он and идет по направлению к ним. Predict what he's going to do. Предсказать, что он сделает дальше. Right? Because they all know. Потому что все они знают. That your body gives away что ваше signals. Тело выдает сигнал. If you're going to run to the left. Если вы планируете бежать налево. You watch their waist. Вы наблюдаете за because you can't run to the left пояс, without your waist. Вы не можете head, бежать you can move it around, you can fake, you can do it. Legs, туда. You can do whatever. С ногами, с головой, but the middle of you угодно. Has to go но that direction. Ваша середина должна направляться в ту сторону. Every defensive man in the world knows that. Каждый человек, который играет в защите, so they watch you come, поэтому он наблюдает as soon за тем, as your waist starts to move that direction, как your whole body is going to go with it sooner or later. И как только ваша талия начинает направляться okay. в ту сторону, это означает, что рано или поздно пойдете в ту сторону. Или же вы упадете. Because that's your center. Потому что это ваш центр. So every defensive man knows that. И всякий защитник об этом знает. So they don't pay attention to your head, they don't pay attention to your arms, they don't pay attention to your hands. Ваши руки, на that's ваши all ноги. Bluff. Все это блеф. But your waist, no. that's real. Ваша талия, ваша реальность. So, watch all of it. He's running. Наблюдайте за ним. His waist goes to the right. Он бежит, the defensive man goes to the right. Далее идет направо. And he goes to the left. Идет направо, он идет налево. How? Как? You gotta be. You gotta break yourself in half. Вы должны просто резать себя на две половины. But he does it day after day. Но он делает это день за днем, день за днем. И? He runs. Он бежит. He's fast, but not faster. Он быстрый, но не быстрее. Except за исключением for того, the three most important steps. За исключением трех самых важных шагов. When I'm equal to you, когда я рядом с тобой, and the ball's coming down, and you're going to block it or catch it, мяч приземляется, и ты либо заблокируешь его, либо словишь. But I'm not going to be able to catch it. The ball's too far. Но я не смогу его уловить, потому что мяч слишком далеко. Until I take three last steps, пока я не сделаю три последних шага, that are faster than I can run, которые будут быстрее по скорости, нежели моя способность бежать. And suddenly, I'm faster than the man who's faster than me. Неожиданно я быстрее, нежели человек, который стоял рядом со мной. For that three steps. На эти три шага. And I catch the ball. И я ловлю мяч. And the defensive man is trying. Is going. И защитник делает вот так. What is this? Что это? They're looking at the ground to see if somebody nailed their shoes to the ground. Пытаются понять, пригвоздил ли кто-то их ноги к земле. So here's a man who does some very extraordinary things. Вот человек, который способен добиться экстраординарных вещей. In a professional sport. В профессиональном спорте. I talked to him. Я с ним разговаривал. You know, and I saw what he does. И я видел, что он делает. And you can't do those things. Вы не сможете повторить эти вещи. So I said, Поэтому я говорю, how do you put your hips right? Как ты направляешь свои бедра вправо? And run left. А бежишь налево. How do you do that without falling down? Как это делаешь, не падая? And he said, well, it's easy. Говорит, ну это легко. He said, when I get ready to run, он сказал, когда я готовлюсь бежать, I make three lines in the field. Я на поле провожу три черты. The gold line, the red line, золотая, and the blue line. Красная и голубая. He said, I run the red line, он говорит, я бегу, because I want the defense по красной, потому to что think я I'm going to do защиту, думаю, the red line. Что я буду стремиться к so красной. I give my body to the red line. И я отдаю свое тело красной черте. The blue line is the ball. Голубая черта — это мяч. The gold line is me. Золотая черта — это я. Okay, and I'm going. You do what? Ты делаешь что? He says, yeah, I see the lines on the field. Да, я вижу эти линии на поле. And so I know that when the gold line and the blue line cross. И я знаю, что на пересечении золотой и голубой линии. I gotta catch the ball. Я должен словить мяч. So I just run. Поэтому я просто бегу. I think. The red line. Я думаю о красной. Okay. But I know но знаю, the gold line is real. Что золотая реальна. Because I want my body to потому tell the defender. Потому что я хочу, чтобы мое тело говорило защитнику. That I'm going to run this way. Что я побегу в том направлении. Because the defenders are depending on потому feedback. Потому что защитник полагается на обратную связь. Right? Так? So I give them the feedback. Поэтому я и предоставляю им обратную связь. But I know that I can't fake it. Но я знаю, что я не смогу притвориться. Because they're too good. Потому что они слишком хорошо все видят. It has to be real. Это должно быть реально. So I make it real. Поэтому я делаю это реально. I give my mind to the red line. Я отдаю свой мозг. Meta.
My metapart. Мета, моя метачасть понимает. At the last moment. Что в самый последний момент. I'm going to go to the gold line. Я пойду к зелёной, к золотой. But after it's too late. Но после того, как уже слишком поздно. And I said. Я говорю. And when the gold line and the blue line cross. Хорошо, и когда голубая и золотая пересекаются. That's when you got to catch the ball. Вот тогда ты должен словить мяч. And he said, yeah. Говорит, да. So he said, I just run. Говорит, я просто бегу. As soon as I see the blue line. И как только я вижу голубую черту. Intersect with the gold line. Пересекающуюся с золотой. I catch the ball and run. Я ловлю мяч и продолжаю бежать дальше. Accurately make the blue line. А как ты четко видишь эту голубую линию? And he says, well, it's a little trick. Он говорит, ну, не прошу. He said, when I run, он говорит, когда я бегу, he said, I've been tested for peripheral vision. Меня протестировали на периферическое зрение. My peripheral vision is better than most other humans. Мое периферическое зрение лучше, нежели у большинства When I'm standing here, когда я стою здесь, I can see this. Him, he could read this chart. Он в состоянии читать этот While he's looking right there. Тогда, когда смотрит туда. He's got that kind of range. У него вот такой диапазон with зрения. With peripheral vision. С периферическим зрением. Incredible. Потрясающе. Right? So what he does is when he runs. Что он делает, когда он бежит? He just turns his head a tiny bit. Он чуть-чуть поворачивает свою голову. And he's actually watching the quarterback. Но на самом деле смотрит the на going to throw the ball. Человека, который сейчас But бросит not мяч. Consciously. Но не сознательно. Consciously you can't see him. Сознательно он не в состоянии его видеть. He doesn't care. Ему все равно. Because he's got the blue line. Потому что у него есть голубая черта. The blue line's on the field, right there. Голубая черта на поле прямо там. The blue line is controlled unconsciously. Голубая черта контролируется подсознательно. And it actually changes. И она на самом деле меняется. But he's not aware of that. Но он этого не осознает. Because he doesn't care until it crosses. Потому что ему безразлично эта голубая черта до тех пор, пока она не начинает пересекаться. У него есть еще один замечательный трюк. Any of you that have done transfer? Кто-либо из вас, кто водил людей You know what time distortion is? Трансом, вы знаете, что такое? Удаление во времени. Right? Okay. You can speed up time or slow down time. Вы можете замедлить время или же ускорить время. So he's running. Он бежит. He says. И говорит. I underrun the ball. Я подстраиваюсь short, под мяч. Я специально делаю это медленнее. Because I don't want the defender Потому to be in the right place. Потому что я не хочу, чтобы защитник оказался в нужном месте. So I underrun it. I can't catch it. Поэтому я не в состоянии его словить, и я иду Because it's too far. Медленнее, потому что это слишком далеко. He said, until the last moment, Он говорит, до последнего момента. I put everybody else on half-time. Всех остальных я замедляю. But I stay on regular time. Но я остаюсь в обычном времени. He said, then, Он говорит, тогда the guy beside me парень рядом со мной делает так. And me, I just run and catch the ball. Я просто бегу, ловлю мяч. Because it's easy. Потому что так легче. So here's all these mental tricks, вот все эти умственные трюки, that this guy is using, которыми пользуется этот парень, to be one of the finest receivers in history. Чтобы быть одним из лучших принимающих в истории. This guy would be broken many, many, many records. Этот парень Why? Побил огромное количество рекордов. But not being faster, bigger, Но or stronger, он не был ни быстрее, ни крупнее, ни сильнее, than most of the people he played нежели большинство людей, с которыми он играл. Now, when you watch people, Do things, Когда вы наблюдаете за тем, как люди что-то делают, люди, которые добились совершенства, постарайтесь найти вот эти детали. I watch this man run, я наблюдаю за тем, как этот человек бежит, and he's not looking. И он не смотрит. And I keep watching, I keep watching, я наблюдаю, 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 наблюдаю. I'm waiting for him to look. Я жду, пока он посмотрит. Because I want to know when he looks. Потому что я хочу понять, когда он оглянется. The moment he looks. Тот самый момент, когда он not смотрит. Not only does he know what he's going to do. Не только он знает, что он будет делать. But the defender knows what he's going to do. Но и защитник знает, что он будет делать. That's feedback. Это обратная связь. And I know that his game is. И я знаю, что его игра. How to not give feedback. Заключается в том, чтобы не подать обратной связи. That's the key to his success. Это ключ к его успеху. Or give false feedback. Или дать ложную обратную связь. But he's against the best observers in the world. Но он играет против лучших наблюдателей в мире. You can't fake it. Вы не можете это сфальсифицировать. He knows it, and they know. Он об этом знает, и они об этом знают. So what do you do about that? Что вы сделаете с этим? How do you give false feedback that's real? Как вы даете ложную обратную связь, которая на самом деле является реальностью? When everything you're doing happens in portions of seconds. Тогда, когда все, что вы делаете, происходит за доли секунды. Okay. And when I talk to him, когда я с ним разговариваю,
It became obvious. Для меня это стало очевидным. Well, of course. Ну, естественно. If I had that kind of peripheral vision. Если бы у меня было вот такого рода зрение боковое. If I had those kind of trance skills. Если бы у меня были такие навыки транса. And was that skillful of a visualizer. И я настолько был бы умел, настолько умело наблюдал своим зрением. Had the ability to put my mind in one line. У меня была бы способность свой разум and have a meta part to control the second line. Линии и сделать так, чтобы моя мета-часть фокусировалась на другой. Then of course I could do it. Конечно, я смогу сделать то, что делает он.